вон какие панкейки. Я уже хочу. Вчера перед сном смотрела этот рецепт. Вообще у меня прям слюнки текли. Сегодня встали, я быстрее их делать. А время 10:30. Вообще 20 минут я их делала. Погода, конечно, говно. Пошел дождь. Я не удивлюсь, сейчас пойдет снег. Так, все, завтракаем. Просто бесит этот бардак, когда позавтракаешь и нужно убирать это все. Если честно, хочется сесть на диван, передохнуть, пойти гулять на улицу, там что-нибудь поделать. Данила, он прыгает. Данила, не прыгай на диване. Надо все вот это сейчас разгребать. Посудомойка еще не домыла. Здесь новая гора посуды. Короче, жопа какая-то с этой уборкой. Ну, видите, какая у меня бутылочка. С рогами. Так, а это что стоит? Это чай. По-моему, он клубничный. Да, он клубничный. Клубника со сливками. Такая коробочка музыкальная. Парковки для женщин. Специальное парковочное место для женщин. Оно шире. Муж встает. Встали мы, ну. Зашли в магазин, Данилке нужно купить пару кофточек, бодиков. Этот, наверное, подойдет. Твой размер? Тебе такой нравится? Нет? Почему? А вот это... Стой. Стой. Вот это тебе подойдет, да? 74-й. Папа здесь нет, он в парикмахерской. Может, тебе халат купить? Смотри, какой прикольный. О, смотри, Данил, какой классный комбинезон. 10 евро всего стоит. Со скидкой. Я тоже возьму, вроде неплохая. И не тоненькая, и не тепленькая. Куда побежал? А что тебе не нравится? Смотри, какая яркая. Сколько она стоит? Не хочешь яркая? 10 евро. Ну? Ну, давай еще поищем, если тебе не нравится. Нет? Не хочешь? Это бэби. Это для бэби? Да. Ну, ладно. Себе какие-то носочки выбрать нужно. Ты все, спать хочешь? Ну, сейчас уже идем, все. Давай я вот эти возьму. Клево, конечно, вообще. €5 за один бодик. Но если взять 3, то заплатишь за 2. Я так и сделаю. Возьму 3. Как сложить эту коляску? Я вообще понятия просто не имею. Данил, осторожно, вставай. Все должно быть просто и в один клик. Но у меня не получается, я забыла. Ты купил вонючку? Классно. Ну, дома откроем. А я думаю, что-то так долго. Как ты ее сложил? Ключи дай. Она сразу открывает. Ну да, ты деньги разменял, да? Ну, конечно, я пошел, думаю. Как ты знал? Ну, я же нюхал их один раз. Вот я не знаю, я нюхала раза 4 и все равно. Он будет по-другому пахнуть. На чем? Заехали в магазин, так, купили по мелочи. Данилке курочку, помидорки взяли, замороженные овощи. Это из индейки. Кстати, неплохие эти авокадо в Алди. Правда, вот мы сейчас одну разрезали, спелые, классные. Что это? Это рыбка какая-то тоже такая неплохая, беленькая. Ни разу не пробовала. Но я стала в Алди брать вот такие консервы. Хотя мне мама привезла вот такие рыбные консервы, нерка. Классно, я их в уху добавляла, вообще супер.
И, по-моему, икру мы уже доели. Она мне тоже привозила икру. Да, одна баночка осталась. Если вы где-то увидите вот именно такую икру, я вам советую ее взять, потому что она очень вкусная, она не соленая. Вот мы брали, до этого было вообще есть невозможно. А именно вот в таких баночках, сейчас скажу, чье это производство. Фасовки. 61 регион, это не Камчатка. Камчатка это 41 регион. Карагинская подзона. Не знаю. Мама твоя говорила, Карагинская. Короче, срок годности всего 1 год. И вот такую рыбку. Рыбку разморозили, а так лень готовить, я решила просто сделать курочку с овощами и с рисом. Далин, давай, одевай шапочку, выходим. Иди сюда. Ата! У меня грудь закрыта, а руки так продувают. Идешь сюда? Главное, что грудь закрыта. Пойдем? Ты качок хочешь? Ну давай, какой? Я что-то обычно качок не вижу. Здесь тоже нет. Шарик хочешь? Ну, давай. Ну, сейчас ты его потеряешь. О, я любила в Геленджике играть вот в эту игру. Я даже выигрывала. Вот туда кидаешь копейку, вот сюда, она падает. Потом падают те и пододвигают вот эти. Но мне кажется, здесь магнит. Потому что смотри, как они лежат. Ну, какие обезьяны. Хочешь, Данил? Нихера себе! Я думала, она как час по чайной ложке обычно. Но обычно они медленно поднимаются. Все, мы остановились. Вот, Данил, смотри, как мы высохли. А вон там у нас атомная станция. Кошарик хочешь? Мама, скажи, was kostet? Die kleinen kosten 6 Euro und die großen 10, die kleinen okay. 6. Okay, danke. 6 маленькие, 10 большой. Okay, alles klar, ne? Danke. 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 Нравится? Данил, нужно уже ложиться спать, завтра в садик. Время 8 часов, у нас режим. Мы после 8 сразу же ложимся спать. Сколько сейчас время? Ой, уже 8:30 практически. Все, давай. Вот реально стоимость такого шарика. Вот он. 2 евро 80 центов. А на празднике они их продают за 10. Представляете? Пипец вообще. 10 евро. 10 евро. Вот, пожалуйста, пошел, заказал дома. Это за одну штуку. А если ты заказываешь 20 таких, то евро 67. Что-то настроения нет совсем. Вообще.
Хотела в парикмахерскую пойти, но нет, что-то вообще. Буду делать салат. Данил спит. Данил у нас дома, в садик он не ходит. Ну, в садик он не ходит не потому, что он болеет, а потому, что у нас все в садике болеют. Какая-то сыпь. Не знаю название этой болезни. В общем, обсыпает все тело и плюс сопровождается этой температурой. Нафиг надо. Там температура 40-41. Салат Рафаэлла. Готовим с Оксаной Пашко. Рафаэль. Короче, нашла рецепт. Рыба, огурец, сыр, яйца. Ну и майонез. А почему я хочу с яйцами? Потому что у меня яйца есть. Нет, это не с Пасхи остались. Просто у нас еще в магазинах они продаются, и мы покупаем. Витик, а мы выезжаем или нет? А я тебя жду. Я тебя жду, а ты меня ждешь? Так, сейчас одежду эту я скину. Контейнер. Поднимешь тогда? Перфакты, гутер, хайки, метляйные штуки. Ган, тиш, бет, веши, ледеру. Ага, все, она уехала. Давай. Держи. Писано, GoPro туда нельзя снимать. Сколько стоит одна бутылка? 25 центов. 25 центов. Это наоборот, надо было. А, видишь, надо ковкой туда. Вот. Это нарисовано. Ну, для таких, как вы. Вот, надо ковкой туда. Раз. И тогда оно сразу возьмет. Сколько получилось? 9,25 евро. Сколько? Заработал ты, надо, нет. Сейчас тебе на кассе их обналичат. Зашли мы с Данилкой в магазин, да? Да. Да, магазин все для дома здесь. Полотенца, халаты, мебель даже какая-то, плиссе. В общем, правда, все для дома. Но с ним фиг что посмотришь, да? Потому что он балуется. Вроде вот сейчас стоит. Пойдем, Данил, то он бегает, то он стоит. Пойдем. Не надо это тебе. Пошли. Все, выходим, потому что я все равно ничего не могу посмотреть с тобой. Пойдем. Пойдем, Данила, теперь в этот магазин зайдем. Ну-ка, не ломай. Что это? Пошли. Все. Она совсем не тяжелая. Муж у меня хочет купить картину в зал. Мама. Эй, осторожно, это зеркало не разбей. Что это? Зеркало. Вон как. Так, ну-ка, стой. У нас каждый раз, когда мы заходим в магазин, он начинает бегать. Невозможно вообще ничего не посмотреть, не купить. Данил, ты можешь стоять?